Слушайте интересный анекдот. По дороге бредет Ваняшка, усталая, ноги еле держит. Руки за повороты выезжает шикарная машина. За рулем роскошная блондинка, Останавливается, предлагает подвезти. Монашка садится, машина трогается. Обе молчат. Проходит 20 минут. Монашка не выдерживает. Простите, можно задать вам нескромный вопрос? Пожалуйста, говорит блондинка. Скажите, ну откуда у вас такая шикарная машина? Ах, это... Один из моих кавалеров подарил за то, что я согласилась с ним отужинать. Ну, откуда такие шикарные меха? Пустяки. Один из моих кавалеров подарил за то, что я согласилась посетить с ним светский раут. Ну, а драгоценности-то откуда? Что вы? Это всего лишь знак внимания от одного из моих кавалеров. За то, что я согласилась провести с ним пару дней на Канарах. Доезжают до места. Монашка выходит, придет себе в келью. Запирается там, сидит хмурая. Теперь голову рукой, задумалась. Тут стук в дверь. Монашка поднимает голову, в сердцах шипит. Слышь, отец Федор, да пошел ты нахуй со своими барбарисками. Спасибо. Ты заходи, если что.